Маниф ТВ представляет. Привет! Уже конец января, это значит, что Новый год со своими оливье и жирными тяжелыми блюдами далеко позади. И это значит, что настало самое время уделить хоть немного внимания собственному здоровью. Лето еще довольно далеко, поэтому сложно найти свежие фрукты и ягоды. Сегодня мы с тобой приготовим невероятно вкусный и полезный коктейль из того, что продается круглый год. Этот коктейль, или по-другому смузи, не только обогатит твой организм массой витаминов, но и поможет подготовиться к летнему купальному сезону, потому что очень здорово помогает сбросить лишние килограммы. Смотри, какое все зеленое и бодрящее. Это все ингредиенты для смузи. Итак, мне понадобится 1 сильно зеленый банан, палочка сельдерея, немного любого зеленого салата, сок 2 лимонов, 2 груши или 2 яблока, или и то, и другое, шпинат и натуральный мед. Первым делом все фрукты и овощи нужно хорошенько помыть. Такой коктейль лучше делать в блендере-стакане, но можно воспользоваться и погружным блендером. Отправляю в стакан целый банан. Зеленый, поэтому не очень легко чистится. Для такого смузи подойдет либо 2 зеленые груши, либо зеленое яблоко. Мне хочется использовать и то, и другое, поэтому я положу большую грушу и равноценно ей 2 маленьких яблочка. Палка сельдерея. Мне нужно выжать сок из 2 лимонов. Чтобы сделать это проще, нужно сначала лимон как следует с усилием покатать. Для этого смузи идеально подходит романа, но ты можешь воспользоваться любым другим салатом. Помимо романа, я еще добавляю обычную белокочанную капусту. Мне кажется, это добавляет еще больше витаминов и минералов. Осталось добавить хорошую пригоршню шпината. Шпинат продается в таком виде и вот в таком. Помимо того, что разница заключается в цене, разница еще и в том, как выглядит этот шпинат. Это лист шпината, который продается кустиками. Это уже большой, взрослый лист шпината. И в связи с тем, что он продается целым растением, в нем очень много песка, поэтому его нужно очень тщательно промывать. А это молодые листики шпината, совершенно готовые к употреблению. Такие крупные листья лучше использовать для приготовления, например, крем-супа из шпината или пирога. А такие маленькие нежные листочки лучше всего добавить в свежий салат или, например, смузи. Добавляю в стакан для блендера 2 хорошие большие щепотки шпината. Where is that walking suitcase? Осталось добавить немножко чего-нибудь сладенького. Это может быть натуральный мед или, как в моем случае, сироп агавы. Мой супер вкусный и полезный напиток осталось добавить примерно 200 мл холодной питьевой воды. Чтобы смузи получилось еще вкуснее, я тебе советую воспользоваться соломинкой, чтобы было ощущение, как будто ты на пляже. Когда видела в кино, как пьют зеленые коктейли, всегда было интересно, что же это такое, причем все обычно морщатся и говорят, сколько гадость. Это невероятно вкусно, очень свежий, совершенно не кислый вкус, пахнет яблоками, грушей, очень вкусно. Еще одно
Несомненное достоинство этого напитка, что он очень здорово выводит токсины из организма. Это особенно актуально после новогодних праздников. Я думаю, если ты перельешь этот смузи в какой-то пластиковый или стеклянный контейнер и поставишь в холодильник, то сутки он смело простоит и не потеряет своих полезных свойств. Конечно, если главная твоя задача похудеть, то употребление только такого смузи тебе не поможет. Нужно обязательно заниматься физическими упражнениями. Мы отправляемся поглощать целое ведро витаминов. С тобой увидимся очень скоро. Пока! Кстати, такой смузи пьют модели Victoria's Secret, чтобы всегда быть в идеальной форме.